Еще бывают обои фото. В нашем случае сегодня мы будем клеить обои фирмы Декор. У нас идет в таком отдельном тубусе 4 полотна метровые, ровно метр полотна, не 106, а метр. То есть вот такой вот у нас будет интересный 3D рисунок. Фотообои вы можете выбрать сами, любой рисунок, который вы хотите. Здесь у нас основание самой бумаги флизелиновое, то есть обои на флизелиновой основе. Вещи очень классные. Можете всегда придумать что-то свое неординарное решение, какой-то рисунок, что-то интересное. Дальше мы скручиваем обои для удобства нанесения их на стену, в трубку. Начинаем равномерно наносить полотно на стену по лазеру, сверху вниз. Постепенно разглаживая полотно пальцем во все стороны. Дальше методом попадания совпадений мы прилаживаем второе полотно и подбираем рисунок. Вот так вот. Смотрим, чтобы у нас сошлось. Все красиво и аккуратно. Флизелин сильно не тягаем, потому что вещь такая может растянуться, что потом не стянете назад. На очень много сантиметров. Спускаем полотно и опять таким же макаром приглаживаем все. Ну что, еще одна комната готова. Вот такой вот красивый 3D рисунок. Глубокий очень. Ну, вокруг вот такие вот беженькие обойки практически и не видно. Вот красиво. Всех нюансов сегодня по поклейке обоев я вам не расскажу, но завтра мы будем продолжать клеить, поэтому завтра будем выдавать еще что-нибудь.